Дорогие зрители, на улице 2023 год, и у нас очередная трагедия. Рано утром нам стало известно о том, что вчера вечером недалеко от своего дома неизвестным мужчиной был избит всем известный советский и российский певец Кайметов. Кайметова знает вся страна. Сообщается о том, что возле подъезда на него бросился пьяный мужчина, который нанес несколько ударов ему в область головы, после чего мужчина скрылся. Проходящие мимо две девушки вызвали скорую помощь и пытались на месте оказать медицинскую помощь Кайметову. На данный момент певец находится в больнице с серьезными травмами. Сейчас сотрудники полиции выясняют, кто бы это мог быть, а также составляют фоторобот нападавшего. Следите за нашими новостями, уже завтра рано утром мы сможем вам рассказать более подробную информацию об этой всей трагедии на нашем канале, в нашем новом выпуске.